Всех приветствую на нашем канале. Это у меня такой бардак, я тут как бы это творческий, я готовлюсь к посеву перца. Сегодня 29 января, и для нас это не рано. Мы в Сибири. Почему не рано? Не потому, что не рано, а потому что я всегда экспериментирую и сажу очень-очень-очень ранний перец. Ну, честно, сажу его вообще, вот бывает снег потом идет. Ну, в 20-х числах апреля. Садится он в ледяную почву несчастный, укрывая я его там 4 слоями укрывного. И знаете, ни один подсаженный к нему перчик потом не может его догнать. Ни по размеру, ни по количеству отданного урожая. Поэтому смотрите, пробуйте. Кто-то может смеяться, кто-то повторить. Семена любимейшие вообще. Называются они XXL. Очень их любим. Заказываем много, заказываем всегда впрок. Сеем много. И все абсолютно заготовки делаем со своих перцев. Хотя, вот, наверное, до этих перцев у нас не было такого успеха, извините, перечного. Поэтому показываю, как мы его сеять будем. Вот перец, в отличие от томатов, будет сходить чуть дольше и сложнее. Поэтому ему мы возьмем другой мешочек. Будем сеять в пеленке. Такие пакетики мусорные. Они поплотнее предыдущих. Поплотнее, чем вот эти. То есть вот эти, они вот, ну, для укрывашки хорошо, для каких-то очень быстро всхожих, для томатов вполне пойдет. Но вот перцу я дам предпочтение вот таким пакетам. Он длинный, конечно, очень, но у нас и семян сегодня много. Вот у меня все даже в экран не входит. Вот. Отрываем. Но все равно попробуем все показать. Попробую я вам. Вот так все видно. Смотрите, что мы сделаем. Мы завернем и сначала маркером подпишем. Перец сладкий. Острый тоже будем сеять сегодня. Отдельно вам показывать специально не буду. Все то же самое. Перец сладкий. Но будем предполагать, что здесь их 36 штук, если по 12. Если будет больше, это будет приятный бонус. Бывает, эта компания кладет больше перцев. Так, 36 штук. 29 января. Это мы однозначно будем сеять на бумагу поплотнее. На вот эти вот полотенца. Вот она. Мы его раскрутим на всю длину. Сложим пополам внутрь гофрированной стороной. Не наружу, а внутрь. И немного сделаем не ровно, а вот такой нахлест. Он нам и по высоте, и по ширине будет хорош. Даже можно немного побольше. Ну, то есть, чтобы нам до дна дойти. Вот так вот получается. Видите, отлично как. Прям как для этих дел она была придумана, эта бумажка. Вот края не видно. Вот у меня бумага лишняя. Немного. Но я ее отрежу. Потому что будет слишком толсто. Нам это ни к чему. Нас устраивает, когда это... Даже наоборот, когда остается целлофан. Мы это все дело промочим. Грушей удобнее всего. Чем я промачиваю? Тоже обещала сделать отдельное видео. Все просто. Здесь капля эпина на литр. Я это все развожу от такой баночки. Но честно скажу, воду всю жизнь из-под крана набираю. И вот еще никто не умер от этого. Не знаю. Я, конечно, за экологию,
Но от того, что она постоит там день. А если мы кипяченую выльем, то это вообще будет не вода прямо и абсолютно без каких-то элементов. Ну это прям вообще неинтересно. Вот так мы все промочили хорошо прям. Если не груши, вот это брызгание, знаете, можно до конца жизни это мочить. Кто мне тут уже? Ну и все. И отступили снова. Примерно вот прикинули 36, да? Вот у нас здесь вот то, что мы видим, это 40 сантиметров. То есть через сантиметр с отступами нам очень даже хватает. Сеем также по высоте, как садили бы в почву. То есть сколько вы сверху почвы накрываете, столько вы и отступаете от края. Все вот банально. Просто. Вот самые непослушные в пеленке ложатся. Это крестоцветные. Редиска. Это просто кошмар. Такие кориандры. Ты ее туда, она обратно. Можно класть намного ближе друг к другу, если в этом есть необходимость. Вот они никто не мешает. Ни себе, ни соседу. И я потом покажу, как мы все это будем снимать, покажу, как выглядят эти корешки. Да что такое? И вы увидите, что это все вот. То есть я вот с вами делюсь таким вообще наработанным опытом, особенно по бумагам. Это так важно, потому что вот есть бумаги, с которых вообще ничего не отодрать. Вот дри, не отодрешь. Все пооторвешь. Ну, извините меня, выкинешь. Всегда буду подробно рассказывать. И всегда очень, ну, честно, не утаивая каких-то тонкостей. А чуть кто-нибудь за мной считает, что-то я не посчитала. Не знаю, сколько их тут в итоге. Видно вам еще. Я заверну, чтобы все это сдвинуть. Заворачиваем, ничего не сдавливая, не надавливая. Вот заворачиваем, заворачиваем, заворачиваем. Здесь, если вы помните, у нас чуть-чуть свисало, и мы не долили. И вот так мы дольем воды и оставшиеся семечки досадим. И все, наш перчик посеян. Мы прям будем с вами сейчас поставим водичку в баночку, немножко на дне водички, накроем пакетиком и прям будем ждать перца. Вот. Все вот так просто и очень быстро. И вот есть один очень большой минус в этом способе. Можно не оценить свои силы и так вот быстро и просто понасадить кучу малу. Я не договорила и не досказала. Вот сюда мы, да, вот сюда мы ставим вот так же, вот в эту баночку. Там у нас на донышке вода. Чем больше вы ставите, тем больше воды прибывает, столько не нужно. Будет там склизкое болото. Периодически проверяйте воду, меняйте. И, что самое главное, поливайте сверху прямо вот так. Можете брызгать, можете. И видите, в чем разница? Вот плотный пакет, как выглядит. Вот как выглядит вот эта дешевая, ну, штука. А, семечка одна осталась. Ё-моё, давайте ее досадим, извините. Я как раз по параллельно расскажу о том, что у меня в воде. Вода, значит, из-под крана, там капля и пина на литр. И я всегда пользуюсь каким-нибудь удобрением. Тоже из опыта это все взято. Очень сложно с малышней правильно развести гранулированные семена. Есть очень хорошие, о, семена, удобрения гранулированные. И поэтому жидкие, ну, это очень удобно. Жидкие, вот,
Ну, опять же, да, получается, что... Но я поделюсь просто вот по-человечески. Вот это вермикофе, но мне понравился растением тоже. Для нас очень хороший показатель – это наши кошки. Вот если кошки это пьют, то значит можно давать растениям. Если кошки не просят, ну, пожалуйста, не давайте. Помимо такого, ну, я всегда беру разные, потому что растение не должно привыкать. То есть я могу взять и вот такое активное там какое-то удобрение. Вот какое на вас посмотрело сегодня, такое и берите. И для посева, ну, я развожу, видите, очень-очень-очень бледно. Растения подрастут. Будем разводить пожирнее, покоричневее. Ну вот, извините, что такое получилось длинное видео. Надеюсь, оно полезное. Вот так пакетиком все накрываем, убираем и ждем всходов вместе. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, будет много интересного. До свидания.